Ты меня слышал? Я ухожу. Я не удивлен, Наташ. Наши отношения становятся все хуже и хуже. И вообще, я не уверен, чувствуем мы друг другу что-нибудь или нет. Ты придурок! Я в магазин ухожу! А, чипсов возьми, пожалуйста, туда. Чё ты там не чувствуешь? Да не, значит, вентиляторов нету. Да нету нигде. Я все магазины объехала, даже не заказать. Жарища такая, как... Чё делать? Ну я-то что сделаю? Я не знаю, что делать. Сынок, ты занят? Нет. Может, поиграем тогда? А во что? Давай в природу поиграем. А как это? Ну как это? Ну на природе обычно что, шашлыки делают? Да. Ну, нам надо с тобой мангал будет разогреть как следует. Давай, сейчас тебе покажу все правила, объясню. Во, вот так, ага. Папа, я встал. Да какой устал-то? Ты угли, сейчас угли потухнут, крути давай. Надо махать, во.